Межрегиональная тематическая конференция под названием «Качественная колоноскопия. Золотой стандарт диагностики заболеваний толстой кишки» прошла 29 марта в Санкт-Петербурге. Его провела Общероссийская общественная организация «Ассоциация колопроктологов России» совместно с Российским эндоскопическим обществом, кафедрой гастроэнтерологии РГМУ имени Пирогова и компанией «Такеда». Это мероприятие ознаменовало собой новый образовательный проект Первого медицинского канала, имеющий целью повышение качества эндоскопического исследования кишечника. Важно это по одной простой причине, что онкология желудочно-кишечного тракта занимает первое место среди причин смертности по новообразованиям. И проблема ведь не просто в том, что мы должны людям рассказать, что важно пройти колоноскопию. Проблема не в том, что врачи должны понимать важность этого процесса. Все, что делается, должно делаться осмысленно, обдуманно. Все решения должны быть приниматься взвешенно. Вот на этом курсе мы учим людей, как правильно и качественно выполнять колоноскопию, как вовремя диагностировать ранние изменения, которые можно быстро вылечить. Люди наши будут жить долго и счастливо. На конференции, кроме ведущих отечественных специалистов, представивших современное состояние и перспективы программ скрининга колоректального рака в России, выступили также профессора Алессандро Репичи и Чезаре Хасан из Италии. Они ознакомили российских коллег с рекомендациями Европейского общества гастроинтестинальной эндоскопии по подготовке к колоноскопии, а также рекомендациями по ведению больных после колоноскопии. Слушатели получили баллы Российского общества хирургов, учитываемые в программе непрерывного медицинского образования.